Пойдем эксперимент. Желательно резинка Орбит. Вот ее насаживаем на крючок. Так, насаживаем, так вот закручиваем. Еще раз насаживаем. О. Будем ловить на жевательную резинку Орбит без сахара. Рыбе очень вреден сахар, потому что он для зубов. Проверим. Опа! Эй, поклевка, видали, да? Оп, есть. Эх ты, сорвался, зараза. Шел, так. Раздраконить его. Цветочек. Ну что я требовал заказать? Смотрите внимательно. Орбит рулит. О, как пошло, а? Орбит без сахара. Со вкусом банан и клубника. В экономических пакетах 25 штук в пакете. Выгодная достаточно приманка, потому что она не слазит, насадка не сходит, ничего, ее вот ее вытаскиваешь, тройник, понятно, тут вид такой, она как была, так она и осталась. Вот. А ты жужжуй свой орбит без сахара. Ну, голоса у меня нет, но песня как-то так звучит. Очень удобно пользовать жевательную резинку в качестве наживки после обеда. Во-первых, и самому полезно, а во-вторых, окуня же тоже обед. Ему же тоже надо следить за своим балансом кислотным во рту. И поэтому вот он атакует. Ну-ка, что ты до сих пор ловишь? Ну, конечно. Ничего ты наловил. Все, на тот же орбит. На тот же орбит. Он уже поджух маленько. Вот даже он его вообще оторвал. Плюс, что всегда его можно поправить как надо. Всегда подклеить и ловить заново. Вот раз, поправили. Чик. Все тот же, я даже не менял, какой был. Ага, все равно. Нормально. Сейчас, секундочку. Хорошо. Честно говоря, задумывался все это дело так, на шару, просто попробовать. Оказалось, тема рабочая. Оп. Эх, ты сошел, прям вот возле лунки сошел. Ну и такое бывает. Сегодня часто такое. Оп, поклевочка была. Оп. Вот. Ну что, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите, предлагайте свои идеи. Мы всегда готовы вам что-нибудь рассказать новое, что-то придумать интересное. До новых встреч на нашем канале. Всем пока.